Привели преступника на электрический стул. Пытаются усадить. Зад не лезет. Начальник тюрьмы. Стол мы не изменим. Надо менять зад. Меняем режим питания. Макароны не давать. Морепродукты и овощи давать. Месяц заключенный на этой диете. Приходит исполнять наказание. Зад не лезет. Начальник тюрьмы. Гулять по парку. Вечером массаж. Морепродукты. После 18:00 не есть. Месяц проходит. Зад не лезет. Начальник тюрьмы заключенному. Да что ж с тобой не так? Заключенный. Не обижайтесь, у меня, наверное, мотивации не хватает. Как говорила Белоснежка, спасибо этому гному, пойдем к другому. У него был Lexus, его угнали, так он на следующий день пошел и купил себе новый. Ну, у меня такая же история была, когда я зонтик потерял. Что-то телефон глючит. А ты его роняла? Роняла, не помогает.